Математик, ученый, романтик. Большой рискач, ну так скажем, авантюрьер. Полярник, мореплаватель, челюскинец. Это был пример, что советские люди, они особенные. Даже вот если их забросишь на льдину, они там все равно покажут пример героизма во всем. Основатель большой советской энциклопедии. Исторически Шмидта можно сравнить с Леонардо да Винчи. Его идеи и достижения не уместить в одну человеческую жизнь. Уникальный человек, сильный человек, человек, который вписал себя в историю нашей страны. Премьер. 12 жизней Отто Шмидта. В субботу в 16:50 на телеканале «Звезда».